Друзья, снова всем привет! Сегодня не совсем обычный ролик. Сегодня у нас распаковочка с AliExpress. Как говорят у нас в Украине, весна спиташу робив узимку. Ну, а зимою мы, конечно же, готовились к весне и к лету. Сегодня распаковочка пришла, катушечка Shimano Stradic. Вот. Я выбор данный сделал не просто. Предварительно просмотрел кучу роликов в сети. Ну и, как говорят, по совету друзей решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель. Продавец оказался довольно-таки общительный. Пообещал подарочек, в частности, вот подарочек. Так, это в стороночку. Вот, в частности, катушечка. Stradic C4 Plus. Катушка уже всем известна. Распаковываем. Это классические бумажечки. Инструкции. И все такое. И вот она, катушечка. Раньше, конечно, немножко было повеселее все. Катушки, так сказать, комплектовались мешочками. Сейчас Shimano решили на этом деле сэкономить. Немножечко сейчас соберу катушку данную в рабочее состояние. Проверю немножечко на люфты. Так, люфтики. Немножко присутствует здесь в кнобе. Будет заменен подшипник. В общем, теперь я вооружен. Ну, скажу так, в моем, так сказать, в моих обновках это за зиму не единственная вещь. Немножко я обновился в плане удилища. Взял себе Эвида Сенкроя. Ну и теперь я как бы готов в бой. Особо рассказывать про катушку ничего не буду, так как многие в курсе об этой катушке, и роликов с ее разборкой, ревизиями куча в сети. Вот. Сдам ссылочку на продавца. Пытался еще сделать скидочку, но, как я уже сказал или не говорил, продавец отказался делать скидку, но предоставил вот такой вот подарок. Вот. Будем посмотреть. Я не любитель воблера, но и на том спасибо. Итак, всем ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч на канале и на рыбалочках.